А, собственно говоря, я приехала после проекта, я в школу закончила в 14 лет экстерномом. Приехала я после проекта вот этого «Семь под солнцем» с музыкального канала. И решила поступать в школу радио, телерадиошколу Останкино. Так давно было, что уже даже не помню просто. И, собственно говоря, я туда прихожу, готовилась. Но я так готовилась, что в эту ночь, ну еще там лет мне там 16, что ли, было. Естественно, я там где-то загуляла что-то туда-сюда, всю ночь не спала. Прихожу поступать. И я писала, то есть там принесли какие-то тесты для поступления. Я писала и в какой-то момент просто заснула. В итоге ко мне уже подошла женщина, руководитель, такая говорит: извините, все, и вот из-под меня просто вытащила вот этот лист, он был наполовину заполнен. Я там, видимо, что-то успела написать и уснула. Собственно говоря, девочка, которая сидела рядом со мной, моя знакомая, она написала все полностью. Но, видимо, как-то неправильно, и много было, может быть, ошибок, либо еще чего-то. В общем, меня взяли, ее нет. Я не знаю, как так, я спала. Такая вот история замечательная.